Его ждала удивительная судьба. Родители Валерия Имкижинова, судя по воспоминаниям современников, были людьми передовых взглядов, настоящими учителями-просветителями. Иван Николаевич Имкижинов являлся одним из первых учителей среди бурят. Принимал участие в создании программы по реформе образования Бурятии. Сам он был выходцем из зажиточной бохонской семьи. Александра Васильевна Имкижинова также была учительницей. Она работала сначала в Айокской сельской школе, затем была переведена в бохонскую инородческую школу, где и встретилась с Иваном Николаевичем Имкижиновым. Благодаря им Валериан встал на удивительный путь, который привел его в большое кино.